До 4 июня пущинцы смогут увидеть «Дороги Победы» глазами фотохудожников. Выставка работает в Центре культурного развития «Вертикаль». При помощи его сотрудников проект двух клубов воплотился в нашем городе. Презентация стала зрелищным мероприятием, привлекшим внимание и малышей, и взрослых. Мимо мужчин на тяжелых железных конях мало кто смог пройти равнодушным. Сегодня 11 мотоциклов приехало. Из Серпухова часть вот приехала наших ребят из Пущино, потому что несколько членов нашего отделения территориально проживают в Пущино, из Портвино. Поэтому все сегодня собрались в этот прекрасный день, чтобы еще раз в преддверии победы, 73-летия победы над фашистскими захватчиками, посмотреть на ту выставку, которую мы совместно с фотохудожниками сделали еще в прошлом году. Представитель клуба рассказал, что пробег «Дороги Победы» призван напомнить людям о статусе нашей страны во Второй мировой войне. Кроме того, современные мотоциклисты не забывают о роли своих предшественников в приближении победы. Конечно, это самый знаменитый в войне 9-й мотоциклетный полк. Еще до сих пор живы даже те ветераны, которые в этом полку были. То есть мы их все чествуем. Вот мы и хотим обратить в преддверии победы 73-летия этого великого, что их осталось не так много, что нам нужно всем всячески помогать ветеранам. По словам Владимира Романова, члены клуба имеют разный возраст и социальный статус, но всех их объединяет любовь к мотоциклам и желание ездить в любую погоду. В среднем ночные волки преодолевают от 3 до 50 тысяч километров в год. Этому мотоциклу уже 20 лет. Это Honda Valkyria. Ну, раз Valkyria, это девушка. Поэтому, то есть, это стандартный мотоцикл, который для меня является, ну, просто подругой. Другом, железным конем, но подругой. То есть, это очень мощный мотоцикл. В нем 6 цилиндров, 102 лошади. И, то есть, как раз для моего веса он является оптимальным. Представители Серпуховского отделения клуба «Ночные волки» привлекли фотохудожников из М-35 не только заметной экипировкой и техникой, но и патриотическим настроем. Увлеченные люди с фотоаппаратами последовали за мотоциклистами по российским дорогам. Съемки велись в Москве, Туле, Серпухове, Новомосковске. Фотохудожники старались охватить как можно больше интересных моментов из жизни ночных волков. Мы решили это сделать в художественном стиле, более красочным, чтобы это было интересно зрителю, не просто как репортажная съемка, а прочувствовался дух, прочувствовалась атмосфера, настроение, то внутреннее состояние свободы и также тот общий патриотизм, та память о героях того времени, что это не забыто. На выставке представлено более 50 работ от 7 авторов. Совместный проект двух клубов – это дань уважения победителям в Великой войне. Мы продолжаем чтить светлую память наших дедов, говорят его участники. Ирина Масленникова, Сергей Воронков, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.